Просят о помощи кировские поликлиники, нуждаются в волонтерах. Врачи не успевают развозить больным лекарства и заполнять документы. Подробности далее эфир продолжит рубрика «Короткой строкой». Кирове ищут волонтеров для доставки бесплатных лекарств больным COVID-19. Также поликлиникам нужны автоволонтеры, чтобы доставлять врачей на домашние вызовы. Сейчас к работе поликлиник привлекают студентов медицинского колледжа и медуниверситета. Помощь нужна в заполнении документов, работе по приему звонков и обзвону больных коронавирусом. В Кирове 4 управляющая компания заплатит штрафы за плохую чистку крыш от снега и льда. Сумма штрафов может достигать 300 тысяч рублей. Кировчанам напоминают, что сообщать об опасных свесах снега и сосулек можно в единую дежурную диспетчерскую службу по телефону 76-400. Обратиться также можно в Тер-управление по районам или в Госжилинспекцию. С 1 февраля в двух кировских кинотеатрах «Смена» и «Дружба» билеты можно оплачивать пушкинской картой. В нашей области это первые два кинотеатра, присоединившиеся к всероссийской программе. По пушкинской карте молодые люди с 14 до 22 лет могут бесплатно посещать музеи, театры, выставки, филармонии за счет федерального бюджета. С 1 февраля этот список добавили еще и кинотеатры. Номинал пушкинской карты составляет 5000 рублей, из них 2000 можно потратить на билеты в кино.